Одно неотправленное сообщение. Кому? Эзель Байрактар. Ты хотел отправить мне? Мерт. Эзель, брат, хочешь, чтобы я ушел? Хорошо, я ухожу. Решил отправить тебе сообщение, потому что с тобой невозможно разговаривать. Ничего не могу поделать, брат. Я уеду. А ты пока поскучай по мне. И я не скажу, куда поеду. Уеду на год, на два, а затем вернусь. Я не могу поступить иначе. Брат, я... Я... Не говорил, потому что сердился на тебя. Брат, я люблю тебя больше всех на свете. Молодец. Я и это сказал. Как я теперь отправлю это сообщение? Но я точно уеду на этот раз. Да, еще, ты передал через Джингиза документы Кенана Биркана. У него есть человек, Каябей. У меня есть знакомая в управлении. Ее зовут Элиф. Я попросил ее помочь. Она достанет мне распечатки телефонных звонков. Если узнает, ей конец. Наверное, ее даже убьют. Но она меня не обидит. Я вас познакомлю. Что? Она красивая девушка. Думаю, тебе понравится. А о чем это я? Все, я уезжаю. На год. Элиф Ханым. Элиф. Вы с Мертом были друзьями? Да. А вы? Я друг его брата. Трудно поверить. Мы тут каждый день наблюдаем ужасные вещи. Но когда сталкиваешься с таким сам... Ладно, мне пора идти. То, о чем я говорил по телефону. Вас звали Эзель? Эзель Бей. Я беру на себя ответственность, отдавая вам эти документы. Вы понимаете это? Понимаете? Тогда почему даете мне их?
прошло 2 недели, как Мэрт покинул нас. Если посмотреть со стороны, что у нас общего? Как вы думаете? Не знаю. Что? У нас обоих опухшие глаза, Эзельбей. Мы оба до сих пор плачем.